Наши слова во славу тебе, ибо мы такие же, каким был ты, до того, как ты вознесся, и восемь стали девятью. Ты был среди нас, великий Талос. Нападение на... Отлично! Надеюсь, теперь нам легче будет их выследить.
По-моему, мы обратили их в бегство. Серебряная рука рыщет по всему миру в поисках обломков. Одна из групп прячется в рифте. Верни его ради нашей общей славы. Мне часто являлся этот сон. Я стоял где-то высоко, на башне или на горе. Это всегда случалось перед рассветом. Хорошо. Немного правды. Thank you.
воистину нелегкая задача. Такое в простой книжной лавке не найдешь. Но, думаю, она тебе по зубам. Обратись к магам из коллегии Винтерхолда. Они всерьез интересуются такими тайнами. Прекрасно. В чем дело? Прекрасно. Говори громче. Я малость тугова. Пусть чешуя рода драконьего расступится перед твоими стрелами. Вот и все, Далакин. Удачи тебе. Это все, да? Доверься мне, Вальтран, доверься Хеймскру, ибо я избран Талоса. Я избран девятым, чтобы нести его в святое слово. С тобой рядом всегда веселее. Ну что ж, идем? Я все еще здесь. Ладно, что мне понести?
так же плохо. Веди. Еле выношу. Невыносимо. Помогите. И тебе доброго дня, друг. Да встретишь ты смерть с мечом в руке. Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла. Ты женат? С виду похоже. Всегда обращайся с женой уважительно, как она этого заслуживает. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. У меня тут письмо от Квинта Навала из Винхельма. Он сказал это срочно. Но вроде все. Ладно, мне пора. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Может, еще свидимся.
Смотри-ка.
Стой, чужак. По кодексу Малаката эта крепость принадлежит оркам. Твоим сородичам сюда хода нет. Это наша крепость. Здесь мы живем по обычаям, завещанным Малакатом, вдали от назойливых нордов. Ты не орк и не родич по крови, так что убирайся прочь. Мы помогаем только своим. Есть несколько великих крепостей, достойных упоминания. Душник Ял, Мор-Казгур, Нарзулбур и Ларгашбур. Мы слышали о зачарованных латных перчатках, которые стерегут опасные люди, звери или еще кто похуже. Их именуют перчатками мастера-кузнеца. Принеси их нашему вождю, и он решит, можно ли считать тебя родичем по крови. Посмотрим. Майк желает тебе всего наилучшего. Однажды Майк попал в неприятную ситуацию в Рифтоне и бежал в Виндхельм. Хорошо, что там никому не было дела до Майка. Майк может быстро путешествовать. Некоторые ленивцы пользуются повозками. Для Майка это все одно и то же. Майк однажды поднимался на высокий Хродгар. Хотел ступеньки посчитать, но их столько, что Майк сбился со счета. Майк устал. Приставай к кому-нибудь другому.
Силы небесные. Посмотри на эти руины. Удивительно. Я удерживаю его здесь, но он набирает силу, а я слабею. Сейчас я уже с трудом сдерживаю его, а если он проснется, я ничего не смогу с ним сделать. Но помощь живого героя может все изменить. Ты это сделаешь? Три сосуда в гробнице содержат силу, которая уничтожит Хернарака. Прежде всего, нам нужны они. Принеси мне их, но осторожно, смертный. Их сторожат прислужники Хернарака. Они ни перед чем не остановятся, чтобы воскресить своего хозяина. Thank you.
выпил три пива, рыгнул некрасиво и вымолвил эльфу прощай. И было все тихо, ни звука, ни крика, но чей-то закончился рай. Было.
Ставлю 10 золотых. 3-1 на белого. Похоже, я сейчас заработаю. Давай. Дай ему. Вырви ему глотку. А? Сюда! Да сдохни, я заберу твои шмотки. Да будет Шор милосерден к тебе!